Так, ну что? Визаж, Дисраптор, Никс, Морфлинг в пике у команды Insane. Всем тем, кто только подсоединился, ребят, это гранд-финал Dota 2 Рукапа. Первый сезон, Дуза против Insane, и это пятая решающая карта. Вот так вот, жесткая борьба развернулась за первое место. И, в общем-то, все решится именно сейчас. Визаж, Дисраптор, Нюкс, Морфлинг, Рубик, Ancient Operations, Сларк и Лайфстиллер. Так скажем, максимальное количество игр, которые могли быть, сегодня, в общем-то, мы и будем наблюдать. Забанили Дазла и Бристлбека на первой, на второй Вайпера с Луной, и дальше вспомнили про... Так, и вспомнили дальше про ОД. Insane вычеркивают Думбрингера Энчантрес, Тускара плюс Шторма и Пака ластбаном. Кстати, резервное время, как мы видим, на исходе. Резервное время на исходе у обеих команд. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Брюмастер. Угу. Забирает брюмастера Insane. Долго думая. Очень долго думая. Дуза решили повторить, так скажем, свой результат, взяв Сларка. Они сегодня уже выигрывали за счет этого героя. Но смогут ли выиграть еще раз? Это вопрос. Ну что ж, Капитан Лав на Рубике, Айсберг, Темплар Ассасин, More What Life на Сларке, Легион, Лайфстиллер, все-таки Легион сел на Лайфстиллера, а тот товарищ в прошлый раз, точнее на Сларке в прошлый раз играл Легион как раз таки, Капрон играет Ancient Operation, у Insane, Бигнум, Никс Ассасин, Слива, Сливы, Брюмастер, Визаж Инквизитор и Алёха Дэнс на Дисрапторе. Ну и остается у нас Ямаха, который будет играть Морфом. Так, а что там? YouTube не работает? Значит, я просто не понял, о чем идет речь, но ладно. Да, кстати, ребят, очень приятно. Вижу, подписчиков становится все больше и больше. Очень приятно видеть людей, которые подписываются. Так, Айсберг у нас, значит, на прям ультра-фаст ботл. Он даже не стал синенькие фласки брать. А Брюмастер будет вешать пивные пары, которые действуют на самом деле не так уж и долго. И, как мы видим, Айсберг... Айсберг просто сам по себе не ластхитит. Одного крипа профукал. Неприятная штука. Но тут, так скажем, как повезет. 50 маны стоит это удовольствие. Кружечка пива. Но я не знаю, прям под самый конец Insane взяли этого брюмастера, честно говоря. Мне кажется, выбор такой себе. Против вот такого пика брюмастер не особо хорош. Так. Ну и эта игра, я чувствую, будет самая терпильная из всех, которые были. Потому что здесь все-таки 5 игр
И сейчас проигрывать, пройдя так долго, так далеко, обе команды, естественно, фейлить не хотят. Будут играть максимально осторожно. Бам. Брумастер. Брумастер, фломастер. Ну, клэпы вообще никуда уходят. Ну, тут как ни крути, ты этими клэпами надамажить все равно айсберга не сможешь. А надо тогда хотя бы юзать для того, чтобы ласхитить крипов. А он, по-моему, как-то так себе. Ну, 6-2 пока крипстат, кстати, надо поправить. Drinks are on you. 15 крипов у лайфстиллера, топовый. Крипстат пока имеет. 12 у морфа. Но это из-за отводов, походу. Делали отвод под тауром, ластхитить морфом. Ну, вроде как у него дэмэдж-то имеется. Он может еще и перекачаться. Сделать себе там, не знаю, под... Ну, хотя... Тогда у тебя хп будет слишком мало. Какой-нибудь сларк, не дай бог, поймает, убьет еще. Ну, вряд ли, конечно. По идее, это достаточно глупо. Бояться того, что сларк может напасть. Тем более у сларка третий левел. Не супер страшный. Но третий левел для харды вполне неплохо. Вон Нюкс, например, пока имеет только второй левел. И это для него проблема. Потому что Нюксу очень сильно надо поднять. Очень сильно нужен эксп. Он очень зависимый от него. Чем быстрее поднимет Виндету, тем быстрее будет гангать. Ну вот Брюмастер за счет клэпа выкручивается. Но он очень много маны тратит. По идее, скоро купит себе какие-то аркан-бутсы. Если он их, конечно, вообще собирается покупать. То будет ему вполне норм. Как вам, кстати, песни? Норм? Я фигню всякую не слушаю. Только элитные треки. Вот, дабл дэмэдж. Инквизитор. Решил сделать отводец. Такой интересный. И, кстати, по идее должен... Да, получается. Очень грамотно. Приводит крипов. Ну, тут считает дополнительная экспа. Саппортом. А вот этот товарищ теряет экспу. Приятного мало. Но он получает, конечно, за нейтралов, если стоит рядом. А он по-любому должен стоять рядом. Че он вот не подойдет? О, подходит, подходит. Ну лол, он... Подойди ты хотя бы сюда куда-то. Тебя же никак не убьют. Экспу получи, там же тролль умирает. Тебе же дадут тебе же экспулю на халявку-то. Странно себя немного ведет сларк, ну да ладно. Снизу Никс... Потихоньку тоже как-то линия спушилась. Не знаю, каким образом она спушилась, но Никс доволен. Никсу не важно, каким образом спушилась линия. Главное, что она спушилась. Псионик трап. Кстати, уровень мощности этих трапов показывается. Потому что они же не сразу замедляют, типа, на... Сколько они там? Они вначале на 30%, а если, типа, поставить, то там сколько-то времени пройдет, и потом они замедляют на 50%.
Такой, на самом деле, средненький фикс для темпларки, не особо заметный. Но все-таки 50% и 30% разница солидная. Брюмастер получил ультимейт. Если какая-то поддержка будет от тиммейтов, по идее, эту темпларку можно убить. Какой-нибудь дисраптор придет. Так, на Никса нападение. Хотят забрать ФБ, замораживают и убивают. Вот так вот, легко. Легко и непринужденно. Но седьмая минута, уже как бы созрели, так скажем, суппорты. И лайфстиллер уже имеет рейдж второго, опен ванды второго. В принципе, давно пора нападать. В миде стоит центряк. Ага. И вот он, дисраптор. То, о чем я и говорил. Пришел дисраптор, брюмастер юзает ульту. И надо этого товарища возвращать. Да, возвращает его обратно. Ну слушайте, какой живучий. Рефракшн два раза прожал, в итоге умудряется выжить. Брюмастер ульту потратил в никуда. Или нет, капрона заберут. Капрон, который пришел на помощь, в итоге фидонит. Лучше бы он на помощь не приходил. Темпларка ушла в инвиз. Приходит на помощь Сларк. Минус визаж. Сларк там просел очень знатно. И его добьет 30 хп. Эть, 2 хп осталось. Да ты что? 2 хп. Он еще и регенерацию находит. Ультравезучий парень. Возвращается к себе на линию. Алёха Дэнс уходит на копейки. Грейв чил. Капитан Лав минус. Какой же Сларк везучий. Ай-яй-яй. Да неприличие везучий. Сейчас шестой подымет. Он крипов не ластхитит, но вот играет, конечно, он, так скажем, то ли устал, то ли чего. Даже крипов-то бить не может. Морфец купил Мидас. Блин, какой чат забавный. Так. У айсберга траблы. Фамильяр один, фамильяр второй. Ну, если его в прошлый раз через ультимейт убить не удалось, то хрен знает. В этот раз рефракшн. Бежать. Да, все-таки в этот раз его забрали. Сбили рефракшн, убили. Пытаются убить Бигнума, но он уходит на пипичечки, но уходит. О! Зато Operation'а... Блин, лол, как я вообще мог провтыкать этот момент? Все побежали вот так, а Operation побежал вот так. Ну, окай. Из-за этого и умер. Сларк уже поднял ульту. Паньку еще и крипится, имеет 8 крипов. Ну и, в общем-то, такими темпами Сларк на 10-й минуте перегоняет. Он очень неплохо. Хотя, слушайте, Бигнум тоже поднялся. У него тоже уже почти 7-й. Отправляется на топ. Точнее, в мид. Стан. Лол, станом не попадает. Ну а тычка пошла в Виндетту. В итоге айсберг выживает. Брюмастер еще до сих пор под ультимейтом. Прыгает. Под ультой. Не видно его. Инквизитор минус. Фамильяры. Ну пофигу этому Сларку. Айсберг опять подрубает рефракшн. И брюмастер отъезжает. А Рубик своровал ульту брюмастера и юзнул ее. Бегает тут. Хрен пойми. Вот с этим Рубиком вечно такая неразбериха. Я сижу, думаю, то ли у меня уже в глазах двоится, то ли что за хрень вообще происходит. Какого черта бегает брюмастер и рядом его ульта бегает отдельно.
Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Фейзы, Медас, барабаны 1300. Легион имеет нетворс 7000. Морфлинг имеет нетворс только 5. Разница, конечно, ощутимая. Кстати, почему, интересно? В силу чего? Потому что лайфстиллер киллы делал? А, ну да, у лайфстиллера 3 килла. Теперь понятно, почему. 3 килла, еще один ассист. Нюкс на топе. Но убить он в соло не сможет. Нафиг он вообще тогда сюда пришел? Ну... И... Все. Такой, грубо говоря, бесполезный вообще мув. Бесполезная трата своего времени. Потому что Сларк моментально восстанавливает свое ХП. И что ты его бил, что ты его не бил, толку нет. Айсберг миди. Но в этой игре, конечно, у этой темпларки все крайне печально. Хотя нет, слушайте, барабаны, фейзы, барабаны-то он уже доделал. Залетает айсбласт. Уходит Сларк. Айсбласт там никого не зацепил. В итоге обе команды просто остались при своих. Никто никого не убил. Армлет. Уже 8300 нетворс, 8400. Что-то лайфстиллер с ума сходит потихонечку. Морфец. Перекачался на ловкость, хочет забрать тауэр. Стан зацепило? Нет, это фамильяры. Это фамильяры. Я уже удивился, думал, неужели... Стан настолько огромный рейндж имеет. Пошел, пошел, пошел. В припрыжку. Ой, господи, какой тяжелый ботл. О, муха! Оп! Прикольная анимация. Drinks are on you. Опс! Опс! Дисруптор приплыл. Лайфстиллер очень страшен для дисруптора. Но и дисраптор очень страшен для лайфстиллера, потому что если тот успеет поставить ульту на него, тогда лайфстиллер не успеет нажать рейдж. Но если он нажмет рейдж, вот тогда-то дисраптор поймет, кто тут главный. Айсбласт залетел. Морфу не очень приятно, два косаря имеет на кармане. Вот морфинг от дисраптора отличается тем, что у... от лайфстиллера. Тем, что у лайфстиллера имеется там, допустим, 6000 нетворса, как сейчас у морфа. И лайфстиллер вполне боеспособен. Он может идти, драться, убивать, пушить и так далее. Участвовать в каком-то экшене. Морфинг же со своими 6000 нетворса полностью бесполезен. А учитывая, что у лайфстиллера еще и денег больше, то есть его нетворс уже почти десятка, разница практически в 4000, это очень много. Пытается забрать, но уходит, уходит. Ну, видите, да? Был бы сейчас лайфстиллер в Никсе, он бы вылез и порвал бы к чертовой бабушке. И не успел бы раздуплиться. Но это морфлинг. Никакого дэмэджа у него практически нет. Слишком слабенький. И пока свобода у Дуза Гейминг очень серьезная, свобода фарма. И Темпларка может себе делать айтемы, и Сларк, и Лайфстиллер, который имеет дикий нетворс. Даже Темпларка имеет нетворс выше, чем у Морфа с Медасом.
Бам. Ну вот, еще эти айсбласты, которые контрят перекачку. Инсейн в полной заднице. Я не знаю, как они будут выкручиваться. Но проблема у них очень серьезная. По нетворсу они отстают прилично. Так, лайфстиллер. Ну это то, о чем говорилось. Лайфстиллер не успевает прожать рейдж, и у него сразу проблемы. Прячется. Аппарат. Можно, кстати, вылезти, обузнуть армлет и подраться. Сейчас он будет драться. Сейчас он кого-нибудь поймает. Подрубил армлет. Иди сюда. Ням, ням, минус. Да, минуснули троих, при том, что лайфстиллер в замесе даже ничего не сделал. Два удара нанес. Бам, минус 4. Не, Insane могут писать ГГ. Слишком большое преимущество. Почти 7500 по XP, почти 7000. Нереально много. Ну, конечно же, Insane сдаваться не будут. Столько играли, чтобы сейчас вот взять и лузнуть. Нет, конечно, они будут стараться и потеть. Но мы-то все с вами видим. Бам. Это анимация тычки Смилда. Очень прикольная такая. Алоха, Дэнс. Ну, пацаны, конечно... Может быть, как-то еще что-то сделают. Я не знаю просто, что будет тут покупать себе Леха Дэнс. Какой айтем имеет смысл ему покупать, чтобы затащить эту доту. Но как по мне, никакой айтем тут уже не поможет. Просто... Ага. В миде небольшой фитфест. Там не фитфест, а просто поймали дисраптора и убили. Который не особо хотел фидить, но его заставили. Лайфстиллер имеет нереальный дэмэдж. Если темпларка плюс лайфстиллер кого-то вместе бьют, то все, это одна тычка с милда, одна тычка от лайфстиллера. Ну что, ну вот он подрубил ульту, и что, братюня? Сейчас твоих элементалей одного съели, почти съели, Operation минус. Одного сжирает, а второго успевает уйти в инвиз. Так, поймали инквизитора. В юлы подняли. Брюмастер успевает раздоплиться, дать коллэп. Слушай, минуснули двоих. Темпларка под инвизом. Рано или поздно ее здесь выкурят. Подрубает рефракшн, пытается забрать морфас. Will Assumption, морф минус. Лайфстиллер в крипе. Вылази, братюня, дерись, что ты засал? Лол. Он еще и крипов пофармил. А, у него маны нет, поэтому тут особо не повоюешь. Ну что ж, неплохой файт, по идее, получился для Insane. Правда, морф все равно умер, если бы морф выжил... то другое дело, а так... Бум! Один минус, второй тоже минус. Бе. Лол, выжил? Operation еще 9-го, ну понятно. У него там порог убийства 10%, ну и 12,5 в секунду бьет. Ну да, маловато, конечно. Была бы второго левела эта штука. Убило бы точно. Опа. Поймали визажа. Убили визажа. Бу.
вам, Смилда, плюхенция. Пошел под Shadow Blade. Искать. Минус. Минус дисруптор. Правда, репликация, но все-таки минус. Темпларка. БКБ-ха появилась. Тут Башер. Скоро Абусал будет. 22-я минута. Охренеть. 15 тысяч нетворса. Легион психанул. Инглсонг. Тут скоро баттерфляй. А может, какой баттерфляй? Что я несу? Тыщ. Нормально так темпларочка наваливает. Ей еще дизоля какого-то не хватает, чтобы прям совсем разваливать. А Легион решил купить себе кирасу все-таки. Взял плейтмейл. Можно пойти в магаз купить гипер. Ну, в принципе, кираска лишней не будет. Можно было, конечно, взять Абусал и вообще не напрягаться. В кого-то залезть. В кого тут, кстати, залезешь? Тут инфест-бомбы вообще не с кем. Кстати, это, наверное, первая игра, в которой лайфстиллер без инфест-бомбы является очень и очень полезным героем. Point Booster себе взял Сларк. Будет играть через Кади. Ой, еще и айсбласт. Вейв в кулдауне, попадает на айсбласт, умирает. Инквизитор уходит с ТП очень вовремя. Поджали очень жестко, конечно. Инсейн. Дуза. Практически готовы победить. 14 тысяч. Врыв. Такой непонятный врыв. Он пытался задинать, что ли, тауэр. Сларк в итоге ластхитит. Айсберг ТП аут. И нечем под БКБ сбить телепорт. Кираса у лайфстиллера. Уже 16 тысяч нетворс. Эта машина все страшнее и страшнее. Пам-пам-пам. Кусаки. Собаки-кусаки. Да, 2-2, ребята. 2-2. Это пятая решающая карта всем тем, кто только присоединился. Это финал про Dota 2 Рукапа. Во. Вчера был финал про Dota Капа. Сегодня Dota 2 Рукапа. Приятно, что наши топовые сайты по Доте делают турнирчики, организуют. Так, Сларк встрял. Сларк умер. Бам. Бам. За всю просто боль. 17-9. Ну а сейчас за всю боль лайфстиллер будет объяснять. Так, ты, братюнь, иди сюда. Тебя мы нафаршируем. Тебя на салат нашелкуем. Айсбласт, Легиона убили. А Егису не у... А Егис не у него. А у кого Егис? А у Темпларки Аегис. А Лайфстиллеру Аегис не надо. А Лайфстиллеру Мидас надо. А Аегис не надо. Молодец, Лайфстиллер. Ай, хорошо, играем в Доту. Ай, хорошо. Лал. Ну,
Можно было Мидас и не продавать. Можно было Мидас выложить и взять Аегис. А если уж ты не с Аегисом, то тогда вот так вот быковать, как он быковал, по-моему, было лишним. Ну, не подрасчитал свои силы. Бывает такое. Сейчас Морфлинга нафидят, и Морфлинг возьмет, перевернет катку. А чё бы нет? Вон, у Брюмастера скоро Аганим. Ну, правда, вообще никакой пользы от этого Аганима не будет. Учитывая, что там... Ну, я не знаю, чтобы этим Брюмастером, будучи с Аганимом, приносить реально полный эффект, надо быть пианистом в квадрате. Чтоб ты прям этими тремя юнитами все расконтраливал, грамотно нажимал циклоны. Не просто так, да, там эти... Тыкнул, как попало. Юлы эти циклоны какие есть, а чтоб прям как надо. Пивчанское закинул там, клепнул тычку, стрейф влево вправо. Нужно быть каким-то диким просто вепрям. Никс проходит сквозь. Вот как вот, как может быть, да, такой огромный жук проходит сквозь тебя? Пчай! Господи! Клэп. Но он не надамажил. И теперь айсберг пошел во все тяжкие. Решил нафидонить. Но у него хоста. Этернал. Незадача. Теперь темпларка переродится, а хосты нет. А бежать надо. А тут клэп. Айсбласт. Хороший ультимейт. Пришел лайфстилер. Ням, ням, ням. Вкусно. Кто еще? То следующий. Ну, рейдж пока в кулдауне. Темпларочку убили. Подняли в юлы. Надо разобраться с карпом. С капроном, извиняюсь. Капрон. Но... Прыгает Морфлинг. Юзает Этернал, оформляет даблкил. Легион отцапнули. Кайтят, кайтят. Опен ванды. И драпать. А барабаны подключить? Эть. А барабаны? Подрубает барабаны. Фейзы. Мансы влево, вправо. Тычку. От. Ох ты ж! Армалет не успевает юзать. Труп. Возвращают обратно. Фидеры. Ой, фидеры. Ох уж эти дузы. Какие же они фидеры. Расслабились. Ну, это 100% не простая будет игра для дузы. А ведь все могло закончиться очень и очень быстро. 15 тысяч преимущества у дузы. Что они делают? Какой-то полной ерундой страдают. А Егис отдали просто так. Лайфстиллер нафидонил уже два раза. Ну, конечно, у Морфа по-прежнему нетворс никакущий. Всего лишь 10 тысяч, 11. Ну, это такое. Ларк тут, чувствую, тоже потребуется в лейте. Скоро он уже скади себя оформит. По сути-то осталось не так много. Пум. 4500 ему надо. Чуть меньше. Нет, подожди. Да, 4500. 4475, если быть точным. И пойдет в боковой магаз. Купит себе... Унитаз. Азаза. Так, поймали капрона. Минус. Сларк пошел мстить. Вендетта. Ну, вот. А! Прыжок не в ту сторону. И убить, конечно, не удалось. Иди дофармливай свой скади. Гражданин. С 4000 на кармане. Да, конечно, братан, конечно, давай ты у него своруешь всех крипов, и он не доделает скади вообще никогда. Это же так замечательно. Все, Сларк пойдет ждать. Оп. А, братан, не хватает. Продал стики нарк, что ли? И все равно орпа феном не купил. Братиш, а как же скади? Зачем ты купил еще один скролл, если у тебя есть один скролл?
Уай, ничего не понимаю. Эти профессиональные дотеры, они какие-то наркоманы. Так. Ага. ТП аут. Брюмастер потратил ульту. Просто бежит, бежит. 5-2-2. Шух. Невероятная скорость. Опа. Прыжок в панике. Ну, с Ларк за Скади, в общем, он не собирается идти. Айс Бласт. Инквизитор минус. Вот это вот сейчас от Инквизитора было очень неожиданно, мне кажется, даже для самого Сларка. Он так вначале смотрит на Визажа, думает, так, а что это за хрень вообще происходит? О, Визаж. О, стоит. А чё это он стоит? И чё это я стою? И просто пошел и порвал его за секунду. Нормальная тема. Ну, походу, Инсейн уже тоже устали. А ошибки, конечно, тоже допускают. О, тут аганимчик появился. Не, ну пик у Тузы все-таки слишком жесткий в лейте. У Insane только один морфлинг. Здесь темпларка, лайфстилер, аппарат сейчас с ультимейтом крайне опасен. И еще и, конечно же, Сларк, который купил Скади. Ужасный тип. Клэпнул. Было же очевидно, что он клэпнет. Попал на него. Но ему не страшно. ХП отрегенил очень быстро. Айсберга станет. Манабурн. Тучку, урну. И что он хочет от него? Ну, а тебе еще манабурн. Дейдалус у темпларки. Ух, кому-то сейчас будет больно. Опа! Цапнули Инквизитора. Еще один. Изи килл. Бум! А тут еще, кстати, можно было Брюмастера на ультуру завести, но Сларк испугался. Ну, в принципе, правильно сделал, потому что там такое дело. Можно и отъехать. Вообще, конечно, Сларк со своим паунсом, который имеет очень маленький кулдаун. Невероятно живучий, но все-таки... Опа! Поймали. Нет, Сларк уходит. Ну, просто на пипетке. Правда, маны у него все равно нет. Можно вернуться с руки, потюкать немного. Инквизитор. Минус. Забирает Алёху. Это уже минус 3. И остается Брюмастер под своей формой в ультимейте. Оп, даггераут. Клэпнул. Не знаю зачем. Психанул. Нюкс. Живи. Даже на Карапасе маны нет. На Арканы маны нет. Что там на Карапасе? Так, натикала мана, хрен знает откуда. Прожал Карапасы. А, стики прожало. Лол. Забрали еще один тауэр. Insane по-прежнему надеется на чудо. А им спасти... Их спасти может только чудо. Бам. Ух, ух, ух. Появился Рошан. Монта. Этернал. Этернал. Этернал Энви. Лал. Инсейн заберут Рошана? Чё, серьезно? Чё, серьезно?
Ямаха там с руки. 200 димаджа. Дат димадж. Вот так спит там 0.44. Тиммейты подтянулись. Нюкс. Замерз. Ням, ням, ням. Три удара, 4 дырки. Убил. Рейдж заканчивается. Сразу же Никса пытаются, лайфстиллер пытается контролить. Но лайфстиллер сам всех законтролил. Одного, второго, третьего. Абусал даже не был потрачен. Минус 5. Это Team Vibe. Это ГГ. Это ГГ. Но Insane по-прежнему не сдаются. А вдруг что-то произойдет. Сервера упадут. Реплей не сохранится. Insane скажут, да лол, у нас еще все бараки были целы. Мы еще можем втащить. Ну тут понятное дело, что уже ничего не остановит Дузу. Там еще у лайфстилера 4500 на руках, 4 косаря у темпларки. Брумастер байбэкнулся, а ульты у него нет, 40 секунд еще. То есть он прыгает, дает клэп и умирает. Ну-ка давай. Так, просто пиво закинул. Пытаются, пытаются подсирать. Еще соло сампшн. Лол, ну блин, они сломали бараки, отступили, отдали Рубика. Insane воспринимает это как шанс на что-то. Лайфстиллер, он может пойти себе сейчас какую-нибудь тараску оформить. Да хоть что может себе оформить, у него 6 косарей. Может еще один абусал купить, правда они не работают, ну то ладно. Здесь, ну здесь есть Яша, 3 косаря сверху. Гастов себе, кстати, не купили, суппорты. Дисраптор решил купить Аганим. Аганим это, конечно, хорошо, но не в этом пике. Здесь, по сути-то, чё, некого лишать возможности юзать айтемы, кроме одного героя вот этого. Поэтому было бы выгоднее Дисраптору купить все-таки Гост. И было бы в разы выгодней. Минусуют Сларка. Темпларка пока летает. Лайфстиллер съедает Леху. А вот был бы Гост, было бы все в разы лучше. Пытается забрать Рубика, но Рубик пока живет. Айсберг убегает, не убегает. Непонятно, кто тут пока убегает. Убегает Бигнум. Карапас и ТП аут. И нет, нет, нет. Никуда он не уходит. В таверну прямиком. Морф 1600. На байбек ему не хватит, если умрет, поэтому надо сейчас попытаться дофармить. У него и скролла нет. Так. А скролл покупать толку мало, все равно ему не хватает маны на этот скролл. Ага. А это минус еще одна линия. Ну, не хотят, не хотят. Конечно же, не хотят сдаваться. Как ни крути. Но тут надо быть реалистами. Их морфинг сейчас пока на базу вернется, пока он отхилится. Бам-бам. Мега крипы. Ну, почти мега. Дабл килл. Radiant victory. Эх, эх, эх. Insane были, конечно, близки, но в третьей карте они совсем прям жестко. Прям совсем жестко просели, проиграли. Дуза выиграли. Молодцы.